студія на 7-му телеканалі. Продовжую свою роботу. Для вас працюю я, Наталія Костенко. Діти під киснем. Нова хвиля коронавірусної інфекції призвела до нових тяжких викликів. Важко хворіти на COVID-19 почали, на жаль, і діти. Наразі в дитячому ковідному стаціонарі третьої лікарні знаходиться понад 100 дітей. Є і ті, яким знадобилася штучна вентиляція легенів. Тож про ковід і дітей говоримо саме сьогодні. Я вітаю гостю нашої студії. Це Олена Артемова, директорка дитячої міської клінічної лікарні номер 3. Вітаємо вас, пані так. Олена. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо для вас наживо. Тож, якщо у вас будуть питання, пов'язані з дитиною, з дітьми і за тим, як протікає в дитини ковід, як убезпечити власну дитину від інфекції коронавірусної, будь ласка, користуйтеся нагодою і телефонуйте за номерами, які наразі бачите на екрані. Також можете залишати повідомлення у Вайбері. Олена Миколаївна, ну перше питання, скажіть, будь ласка, ось така вражаюча цифра, чи правильно я зрозуміла, що наразі у вашому відділенні знаходиться більше 100 діточок з ковідною інфекцією? Наша лікарня є ковідною лікарнею, і ми вже 2 роки працюємо в цьому напрямку. І на зараз ми госпіталізуємо до нас дітей не тільки з підтвердженим ковідом, а і з підозрою на ковід. Тому ця цифра така. І фактично дітей з підтвердженим ПЦР-діагностикою ковідом у нас знаходиться 39 дітей і знаходиться ще 15 позитивних тестів на ковід. Позитивних тестів – це швидкі тести, які будуть потім підтверджуватись ПЦР-діагностикою. А також у нас знаходяться ще батьки дітей також з ковідом. Тому ця цифра значно більша, ніж ту, яку ми озвучили. Якщо ми говоримо про ваших маленьких пацієнтів, це діти якого віку? Від до? Найменшої дитині, яка знаходилась у нас, це дитина 7 днів від народження. На зараз до нас госпіталізуються діти не тільки з міста Одеси, а з районів області. І от зараз, ну, зараз швидка допомога зв'язувалась, відповідальний лікар зі мною, про те, що госпіталізується до нас дитина з ковідом 2-недільного віку. А які найстарші діти? До 18 років. До 18. Ми приймаємо дітей з підозрою на ковід і ковідом від народження до 18 років. А найбільше число дітей якого віку зараз, якщо є така певна статистика або навіть просто спостереження? Ми ведемо спостереження, статистику, і я хочу сказати, що в розмірній лінійці віковій всі фактично, ну, всі роки задіяні до ковіду. У нас є діти до місяця, є місячні, двохмісячні. Ми також статистично розділяємо хлопчики і дівчатка. І чогось хлопчики у нас більше хворіють по нашій статистиці. Також я хочу сказати, що ми, ну, наші такі спостереження і такі заключення, ми хочемо сказати, що найтяжче все ж таки хворіють діти старшого віку, старше 10 років. І діти, яких є хронічні хвороби, особливо це неврологічні захворювання, які також дуже тяжко протікають у дітей. Наскільки я розумію, ваше відділення і ваша лікарня, вони приймали діточок з ковідом з початку пандемії, тобто 2 роки тому. Наскільки також мені відомо зі статистики, якщо брати аналогічний період рік тому, не було такої кількості дітей, хворих на COVID-19. Чи я не помиляюсь? Ви не помиляєтесь. Значно більше дітей в третій хвилі. І це можна об'яснити тим фактором, що ковід, новий штам ковіда Дельта, він дуже
контагіозний, і він, у нього значно нижчий і менший період його розмноження. І він дуже розповсюджується. І якщо, ну, я вже раніше говорила про те, що у дітей є такі особливості незрілості імунної системи і недостатня кількість рецепторів на слизової оболонки носа, ротової порожнини, глотки, бронхів. І для того, щоб інфікуватися цим дельта-вірусом, необхідно дуже мало рецепторів, тому діти в цьому разі при третій хвилі значно більше хворіють, чим першу хвилю, другу хвилю. Ви знаєте, я коли намагалася уявити, як йде зараження серед дітей, мені якось на думку спало, що ну дійсно може бути таким фактором, це шкільний вік. Ну тобто діти в школі, вони більше спілкуються, особливо якщо це дітки там середнього підліткового віку, там 8, 10, 11 років. Ви спостерігаєте цей фактор, чи він не відстежується? Ну, ми дивимося і світову статистику. І я слухала вчених з Ізраїлю, і не тільки з Ізраїлю. З початку сезону, коли діти йдуть до школи, ну, в Ізраїлі там для релігіозних общин, у них шкільний рік починається з серпня. І у них нова хвиля почалась з серпня, коли діти пішли до школи. Діти такого віку, скажімо так, середнього, да, шкільного, ну, молодшого шкільного віку, вони не так тяжко хворіють на цю хворобу. Вони хворіють, вони її переносять в більш легкій формі, і вони її розповсюджують. І вони якраз являються, вони приносять цю інфекцію в сім'ї, де є маленькі діти, які більш тяжко приносять цю хворобу. Вони приносять в сім'ї, де є батьки, де є дідусі, бабусі, які є хронічні захворювання. І от таким чином це розповсюджується. Давайте ми окремо поговоримо все ж таки про прояви хвороби у дітей різного віку. Бо якщо дитина старше 5-6 років, вона може підійти і сказати, там, мамо, тато, мені погано, мені зле, там, в мене озноб. То дитина зовсім маленька, якщо це до місяця, 2 місяці, 3, тобто коли дитина ще не говорить, як зрозуміти, що ось ці перші симптоми, скоріш за все, вони є симптомами COVID-19? Ну, перш за все, ми повинні завжди аналізувати, чи був факт контакту. Це дуже важливо. Дитина, яка там до місяця чи до року, вона все ж таки пересувається разом з батьками. І якщо в сім'ї всі здорові, ніхто не хворіє, якщо з дитиною нікуди не ходили, і ніхто не приходив, то ми диференціюємо це захворювання з іншими захворюваннями, які можуть мати діти такого віку. Якщо в сім'ї є діти шкільного віку або десь навчаються, батьки працюють, якщо у когось був насморк, ну, чи кашель, який протікав в легкій формі, то і дитина ні до кого не зверталася, то може бути, скажімо так, тою причиною запідозрити коронавірусну хворобу. Коронавірусна хвороба у маленьких дітей, ви праві, вони не можуть говорити, вони не можуть сказати, але лікарі чітко можуть звернути увагу на те, що дитина становиться млявою, вона менше їсть, вона іноді відказується від Годування грудьми чи сумішю. Вона, я сказала, вже млява, може підніматися температура, але це не якраз не дуже важливий фактор, тому що діти з дуже такого маленького віку, вони можуть теж не реагувати температурою на інфекцію. І це говорить про те, що їх імунна система ще не зріла. У них може з'явитися насморк, у них може з'явитися кашлюк, ну, покашлювання, часте чи навіть рідке. Іноді батьки
бачить, що змінюється колір шкіри. Біля рота появляється, називається такий ценотичний трикутник. Дитина може важко дихати. Скажіть, і це, будь ласка, дуже ця такий тяжкий синдром. Можуть бути такі пінообразні виділення з порожнини рота, коли дитина кашляє. Це теж дуже такий важливий симптом. Ну, температура теж може з'являтися. У маленької дитини може появлятися рвота, зригування, участіння зригувань, а також дисфункція кишечника і кишківника. І я хочу сказати, що для дітей маленького віку дуже характерне якийсь інтестинальний синдром, який ну, поражає, скажімо так, кишківник. Доволі часто. Зараз ще поговоримо детально також про ці моменти. Хочу для себе з'ясувати певні моменти щодо маленьких дітей, але мені підказують, що маємо перший дзвінок нашого глядача. Якщо ви нас добре чуєте, будь ласка, готові вас вислухати. Добрий вечір. Я хотіла би задати уважаємому доктору такий вопрос. Сейчас идет дискуссия среди многих врачей по поводу вакцинации детей. Как вы к этому относитесь? И вопрос такой, когда ребенок болеет, значит, бронхиальной астмой и приступы есть, можно ли вообще, речь идет, может ли идти речь о вакцинации или, допустим, воспаление легких, вот ребенок бывает, что повторяется воспаление легких, как это отразится? И ну вот даже вот я слушаю мнение разных вирусологов и лауреатов Нобелевской премии. Они, то есть разделилось мнение не только по детям и вообще по взрослым. Я бы хотела знать ваше мнение. Спасибо большое. Ми вам за дзвінок. Більш детально хотіла наприкінці ефіру поговорити щодо можливості вакцинування дітей і чи відбувається це в нашій країні, зокрема в Одесі. Але, будь ласка, надамо відповідь нашій глядачці. Да, ну, я відвечу нашій глядачці о том, що на сьогоднішній день на Україні прийнято рішення вакцинації дітей, які мають хронічні заболівання і у яких дуже високий ризик тяжелого течения этого заболевания. Бронхиальная астма относится как раз к тому заболеванию, которое может усугубить течение ковидной инфекции, потому что точкой приложения ковидной инфекции все-таки это легочная ткань. Ну и не только. В тяжелых случаях и это может быть полиорганное поражение. Если ребенку больше там, имеет он возраст 14 лет, если он на гормонотерапии, понятно, что у него есть иммуноскомпрометированный фон. И естественно, что такое решение принимает не только родители, а принимает и лечащий врач, который знает этого ребенка на протяжении многих лет, знает, как протекает его заболевание, знает, какие осложнения есть, знает ли, на каких дозах он находится на гормонотерапии. Мы же понимаем, что при течении особенность коронавирусной инфекции заключается в том, что эти вирусы обладают такой способностью воздействовать на цитокины. Это такие биологически активные вещества, которые вызывают аутоиммунные процессы. Бронхиальная астма относится тоже к тому заболеванию, которое является аутоиммунным, по сути, потому что вырабатываются антитела, которые начинают фактически повреждать эпителий бронхов, вызывать те изменения в бронхах, которые, в общем-то, приводят до спастического кашля и в дальнейшем более тяжелому течению и другим осложнениям. Поэтому естественно, что попав в организм такого человека, ребенка либо взрослого, естественно, что количество цитокинов будет больше, хотя ребенок, если этот ребенок с бронхиальной астмой получает гормонотерапию, он уже получает иммуносупрессивную терапию, которая, по сути, подавляет выброс вот этих цитокинов. Но к
как ни странно, вы понимаете, как сложно сейчас прогнозировать, дети, которые или взрослые получают иммуносупрессивную терапию, вот, и при ковиде тоже используют иммуносупрессивную терапию, они очень часто тоже могут иметь бактериальное осложнение. Поэтому нельзя огульно говорить, настолько каждый ребенок, как и каждый человек, это просто космос. Это исключительно индивидуальный подход к лечению каждого ребенка, к подходу и вакцинацию каждого ребенка, в том числе нужно принимать решения вместе с лечащим врачом, родителями и специалистами, которые наблюдают ребенка. Надо взвешивать все риски при приеме вакцинации и без приема вакцинации. Если ребенку создать условия, что он минимализирует риски, что он не будет инфицирован, то можно прививку не делать. Но если ребенок находится среди других детей, он посещает школу, у него есть братья, сестры, есть люди, которые тоже общаются и не вакцинированы, то у такого ребенка, конечно, есть риск быть зараженным. Поэтому тут принимается индивидуальное решение по вакцинации. И, ну, какие бы и какие бы специалисты, там, имеющие высокие звания и получившие Нобелевскую премию, никто не может сказать конкретно по каждому ребенку, кому-то показано, а кому-то в этот момент не показано. Исключительно индивидуальный подход и к вакцинации в том числе, у таких пацієнтів. Ну, і знову таки, знаєте, я змоделювала ситуацію, якщо навіть, наприклад, батьки приймають певне рішення, що дитина йде на дистанційне навчання, або, наприклад, ну, якщо це шкільний вік, або до дитини приходить репетитор, так? Ну, тобто, убезпечити дитину повністю, ну, ніхто ж не знає, в який час хтось із дорослих, хто є в родині, стане, може навіть переносчиком цієї хвороби. Може, і в самої дорослої людини не буде яскравих симптомів і важкого перебігу хвороби, але, на жаль, дитина, навіть знаходячись вдома, так, майже в ізоляції, може все ж таки захворіти. Може захворіти, і я вам говорю, що це зв'язано з тим, що знаходиться не в ізолірованому якомусь обществі, а знаходиться серед своїх близьких людей, які ходять на роботу, які їздять в транспорті. Якщо ці люди не вакциновані, вони більш підвержені, звісно, воздействию вірусу і шансу заболіти. И даже если они принесут это заболевание в легкой форме, то они могут быть причиной инфицирования ребенка или взрослого, у которого есть хроническое заболевание, вызвать, естественно, у такого человека будет заболевание протекать тяжело. Що нам каже на сьогодні досвід розвинутих країн? Чи вакцинують дітей? Де? Яких дітей? З якого віку? Ну, на самом деле вакцинують. Вакцинируют европейские страны, вакцинируют Америка и Израиль. Возраст детей начинается, ну, в некоторых странах с 12 лет, в некоторых с 14 лет. Прежде всего, это дети, у которых есть хронические заболевания и по желанию родителей. Вакцины те же самые, как и для дорослых? Да, абсолютно те же самые. А щодо України і, зокрема, в Одесі, ну, от, наприклад, нас зараз подивилася ця глядачка, послухала вашу відповідь. Вона, наприклад, з дитиною піде до лікаря, і вони приймуть рішення, що краще ось цій конкретній дитині все ж таки вакцинуватися. Що їм робити далі? Ну, якщо у них є сімейний врач, то він скоректує, куди треба йти, де, ну, сьогодні вакцинальних центрів дуже багато, і сьогодні цей вакцинальний процес широко, в общем-то, проводится. И я не думаю, что нет проблем в том, чтобы этому ребенку сделать вакцинацию в любой поликлинике по месту его жительства. Там, где тобто он имеет детей вакцинуют, не відмовлять? Детей вакцинуют, не відмовлять. Для этого есть законодательная база, есть принятое решение о том, что дети могут прививаться, имея хронические заболевания и имея рекомендации врача, который их курирует. Ну, тим більше, якщо є згода батьків. Да, ну, во-первых, согласие не только батьків, і согласие взрослых на вакцинацию. Это абсолютно, ну, законно, все должны иметь согласие на вакцинацию. Давайте повернемося все ж таки до малечі. Так, ми до дзвіночка говорили про маленьких дітей, про симптоми, на які варто звернути увагу. Ви от сказали, що до такого особливого симптому, який, мені здається, не спостерігається у дорослих людей, щодо відтінку шкіри, так, навколо рота. Скажіть, будь ласка, про що саме йдеться? Не тільки навколо рота. Значить, я хочу сказати о том, що признаки інтоксикації у дітей, вони протікають немножко
по-другому. И они могут быть одними из первыми. Одним из таких вот у маленьких детей, особенно до года, серьезный симптом, когда изменяется цвет кожи. Цвет кожи здорового ребенка должен быть розовый. Когда появляется бледность кожи. Когда появляется, вот при повышении температуры, мы его даже дифференцируем, какая температура опасная, а какая температура не опасная. Температура, когда ребенок краснеет, эта температура, скажем так, ну, достаточно она будет легко сбиваться, потому что нет серьезных, нет периферического спазма сосудов, и она не будет высокой. Дети, у которых будет высокая температура, этому предшествует озноб, периферический спазм сосудов, децентрализация, ну, централизация кровообращения жизненно важным органам. И цвет кожи таких детей будет резко бледным. Они будут бледные очень. Они будут выглядеть... кожа может быть с мраморным оттенком, даже могут просвечиваться сосуды. И это состояние, оно может быть опасным, потому что такого ребенка нужно будет обязательно вызвать скорую, дать теплое питье, дать обязательно жаропонижающее и дать... Ну, я не буду сейчас говорить о каких-то лекарственных препаратах, потому что сегодня это, опять-таки, индивидуальный подход к каждому ребенку, и только врач может оценить состояние ребенка. Просто для родителей это сигнал к тому, чтобы вызвать скорую помощь, и с их стороны они должны такого ребенка согреть, дать теплое питье и могут дать там жаропонижающее, которое в каждой аптечке в доме у каждого родителя должны быть. Олена Миколаївна, скажіть, будь ласка, дзвонимо у швидку, якщо, наприклад, спостерігаємо у маленької дитини ті симптоми, про які ви вже зазначили. Так. Паралельно телефонуємо сімейному лікарю, педіатру? Ні? Чи достатньо швидкої? Дело в том, что если это происходит, допустим, ночью, то понятно, что ночью не будут звонить. Ну, смотря какие, в общем-то, отношения у доктора с пациентом. Иногда некоторые пациенты, когда ребенок заболевает, и это возникает вот внезапно, то, естественно, и это возникает не ночью, то, конечно, должен пациент позвонить своему семейному доктору, который знает своего пациента, знает его особенности, и он должен получить совет, прежде всего, от него. И если, как правило, квалифицированный совет, что надо сделать до приезда скорой помощи. А возможно, скорая помощь не нужна. Я уже ранее сказала о том, что если у ребенка там, покраснение кожи, повышение температуры, или ребенок себя там плохо, ну вот есть какие-то нехарактерные для здорового состояния симптомы, которые мама отмечает, она созванивается с семейным врачом, оценивает, обсуждает состояние, получает рекомендации, выполняет их. Если появляются те рекомендации неэффективны, и симптомы сохраняются, либо нарастают, тогда это повод для того, чтобы вызвать скорую помощь и уже посмотреть ребенка и оказать ту помощь, которую ему необходимо. Розумію, що зараз, поставлю провокаційне дещо питання, адже, як ви зауважили, усі діти різні, і дійсно так. Говорити загалом тут може і не варто, але певно, що нас дивляться, і зараз у багатьох виникає питання. За який термін, якщо не зникають симптоми, варто вже непокоїтись і телефонувати в швидку? Ну, смотрите, мы, как правило, 100% госпитализация с повышением температуры выше 38 градусов требуют дети раннего возраста. До какого дети века? До года. До року, якщо 38? До року. Якщо більше 38 градусів, особливо це якщо діти перших трьох місяців, то це, як я вже говорила, діти перших трьох місяців, вони можуть взагалі не повишати, у них може взагалі не повишатися температура. Вони можуть, у них може бути рвота, у них може бути змінення цвіту кожи, у них може бути затруднене дихання, і це повод для того, щоб визвати скорую. Опять-таки, треба дивитися в цілому не тільки на, там, на кожу ребенок бледна, або вона не бледна. Смотреть нужно еще, есть ли цианоз губ или вокруг рта цианотический оттенок, такой синеватый оттенок, сероватый оттенок. Надо смотреть еще на пальчики, на ножки, холодные, с синюшным оттенком, либо белые, или бледные очень. Это сразу бросается в глаза. Так, как я сказала, цвет ребенка, кожа ребенка должен быть бледно-розовый. И естественно, что родители... Если эти симптомы присутствуют, они обязаны вызвать врача. Следует обратить внимание еще на высыпание. Очень важно. У детей раннего возраста высыпание, которое звездочатые высыпания, такие геморрагические, синие, красные, которые сначала вот любое высыпание воспалительного характера при надавливании на кожный покров, вот если надавить на любое там прыщик, да, он должен при надавливании побелеть, посветлеть.
Вот геморрагические высыпания, они при надавливании не исчезают. Это мелкие кровоизлияния. Вот это грозные симптомы многих заболеваний. Есть такое и менингококцемия, есть васкулиты тяжелейшие, которые протекают. Есть и другие заболевания, но это грозный симптом, который требует немедленного вызова врача, скорой помощи. Якщо дитина до року або ну, до трьох років все ж таки потрапляє до вас, що відбувається далі? Маршрут, что происходит, да? Ну, что собой представляет больница? Вы все, наверное, знаете. Это приемный покой, в котором происходит осмотр ребенка и оценка его состояния. В приемном покое есть на сегодняшний день все для того, чтобы оценить состояние ребенка. У нас есть кислород, у нас есть все приборы, которые могут оценить там концентрацию кислорода, у нас есть лаборант, который тут же делает исследования, и мы быстро на экспресс-тестах определяем, какие показатели глюкозы, какие показатели жизненно важные. Целодобово. Это работает круглосуточно. Но мы больница, в которой есть интенсивная терапия, поэтому это обязывает иметь все необходимые исследования, необходимые для круглосуточного оказания помощи, реанимационной помощи ребенку. Мы, с учетом того, что на сегодняшний день очень большой поток пациентов, мы увеличили количество врачей круглосуточных в приемном покое. Раньше в приемном покое работал один врач, и он справлялся всегда. Вот. А последний вот год колоссальный наплыв пациентов, которые требуют большого, скажем так, быстрого оказания помощи, и мы не хотим задерживать скорую помощь, которые тоже ждут вызова. Поэтому мы приняли решение, ввели дополнительные ставки врачей-педиатров, которые работают круглосуточно. И фактически два врача на приеме, и один врач, если плюс еще доктора, те, которые работают в приемном отделении, являются еще дежурными администраторами по больнице. И те пациенты, которые, состояние которых требует наблюдения, они оказывают это наблюдение над ними. А ну от я часто, на жаль, останнім часом чую від одеських медиків про те, що вкрай не вистачає ліжок, вкрай не вистачає медичного персоналу фахового в ковідних відділеннях. Але це стосується інформації щодо відділень, де лікуються дорослі. Наскільки я розумію, у вас все добре. Я хочу сказати, що у нас все добре, но все це добре. Очень колоссальным напряжением того контингента наших специалистов, которые работают. Нам не хватает специалистов. Реально не хватает. У нас есть дефицит медсестринского персонала. У нас сегодня есть дефицит врачей интенсивной терапии. Это дефицит по всей, фактически, не только по городу Одесса, по всей Украине. Сегодня для того, чтобы вырастить врача, надо 10 лет. К сожалению, так случилось, что вот на сегодняшний день нет интереса у многих к такой специальности врачебной. С медицины многие уходят, низкая заработная плата. И даже ковидные те надбавки, которые сегодня обещают медикам, и мы их достаточно хорошо получали, эти надбавки, в начале первых двух сезонов. И сейчас, к сожалению, еще не получили в том количестве, в котором нам нужно. Зараз, бодай, якісь доплати за работу с ковидными дітками є? Ну, Национальная служба здоровья выделяет деньги за пролеченного пациента, понимаете? И вот я думаю, что ко мне присоединяются многие мои коллеги. Это абсолютно не очень правильный расчет за пролеченного пациента. Мы должны быть готовы, нам должны оплачивать деньги наперед за готовность до инфекционных загроз. Мы должны иметь запас медикаментов наперед, а не пролечив пациента. Сегодня я пролечила там 100 пациентов, а завтра ко мне поступило 200. Так я же должна иметь денег на 200. Слава Богу, что благодаря тому, что у нас было хорошее финансирование в прошлом году, и нам наша местная власть достаточно помогла нам, финансировала нас и в оборудовании, и медикаменты, и расходники нам покупала к тем
деньгам, которые мы получали от Национальной службы здоровья. Поэтому нам было проще, мы людям платили 300%, потому что местная власть нам помогла закупить. На сегодняшний день Национальная служба здоровья, она пересматривает постоянно требования к лечебным учреждениям. Эти требования очень высоки. И постоянно какие-то есть сбои, там не хватает медсестер, должно быть такое-то количество медсестер. Если такого количества медсестер нет, то пакет не получается. Ну, в общем-то, как я уже говорила, если нам платили первые два сезона, нам платили за готовность, мы получали достаточно хорошие суммы, чтобы, средств для того, чтобы обеспечить больницу медикаментами, закупить оборудование, что мы и сделали. Мы очень много закупили оборудования и медикаментов, запасы сделали. И благодаря этому мы на сегодняшний день полностью можем наших пациентов обеспечить абсолютно всем. У нас очень хорошее оборудование, очень современное, которое требует абсолютно всем стандартам современным. У нас оборудование ничуть не хуже, чем в Швейцарии. У нас хорошо подготовлено люди, но нам очень не хватает средств на поощрение и доплаты нашим врачам. Сегодня, в связи с тем, что у нас были недоплаты Национальной службы здоровья, нам за август не выплатила доплаты, и в связи с тем, что назад у нас не выплатила доплаты, мы не получили полную сумму за сентябрь. У нас колоссальная проблема в том, что мы не смогли оплатить 300% нашим сотрудникам. И в связи с этим пациенты, наши сотрудники стали увольняться. У нас, конечно же, количество наших сотрудников увольняется. Очень тяжело работать в детской больнице. Я понимаю, что работать в больницах вообще тяжело, но представьте себе, когда кроме больного ребенка находится еще больная мама. Это колоссальное, и они тоже больные. Они тоже больные. И на сегодняшний день мы занимаемся оформлением лицензий для того, чтобы оказывать помощь мамам. Потому что сегодня мама, находящаяся в больнице, они ведут свои с семейным врачом диалог, и они получают амбулаторное лечение, скажем так, в условиях стационара, их консультирует семейный врач. Но понятно, те пациенты, которым нуждаются в инъекционном введении каких-то препаратов, мы их таких переводим тогда в другие больницы, и они оставляют своих детей, либо их родственники. Для родителей расставание с ребенком – это чрезвычайно травматично. С хворой дитиною. Да. Поэтому мы сейчас решаем этот вопрос. Проблема в кадрах. Проблема даже в терапевтах. Мы коснулись, я сейчас пользуюсь случаем, хочу призвать, что мы сейчас готовимся получить лицензию, но нам нужны терапевты. Мне нужно 4 терапевта. Уважаемые терапевты, если кто-то хочет работать в детской больнице, дежурить, мы вас приглашаем і будемо раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, ви наразі сказали, що у вас понад 100 маленьких пацієнтів, так? Але якщо завтра їх дійсно буде, не дай Бог, 200, витримаєте таке навантаження? Діло в тому, що ви ж розумієте, що є ресурс. Є ресурс чоловічий, є ресурс матеріальний. І на сьогоднішній день наша лікарня розраховано на 120 коек ковідних. И сегодня из них 24 койки мы подготовили интенсивной терапии. Для обеспечения этих коек у нас есть все. Вы же понимаете, что для того, чтобы обеспечить безопасность пребывания мы и пациентов, и наших сотрудников, мы сделали из больницы, разделили ее на чистые грязные зоны. Это шлюзы, это соблюдение всех санитарных норм для того, чтобы не было перекрестных инфекций. Поэтому часть помещений, в которых раньше располагались палаты, они сейчас находятся в чистых зонах, где располагаются наши сотрудники, которые не могут круглосуточно просто быть не пойти в туалет или там покушать, поэтому они меняются группами, и они имеют место, где они могут отдохнуть, переодеться. И, конечно же, поставив дополнительные кровати и сделав дополнительные там кислородные точки, мы не сможем найти такого количества врачей. Проблема в медсестрах и в медиках. Вот в чем дело. И на сегодняшний день я за каждого медика я очень признательна за то, что они кропотливо выполняют свою работу, очень ответственно, хочу сказать, очень ответственно. Они очень переживают, они стараются, они лечат каждого ребенка как своего. И я каждому из них благодарна, и я на каждого с них молюсь, чтобы только не ушли.
И для этого очень прошу, чтобы вот все-таки Национальная служба здоровья государства не забывала о нас, медиках. Тим більше за медиків не забувала, які працюють з ковідними хворими, а тим паче з дітками. Маємо ще один дзвінок глядача. Добрий вечір. Якщо ви нас добре чуєте, будь ласка, говоріть, готові вас вислухати. Да, добрий вечір. Простите, що я не говорю на українському, говорю на русскому. Будь ласка. Алло. Так, ми вас чуємо, будь ласка, говоріть. Ну, простите, что я не могу говорить на украинском, не умею говорить, говорю на русском. Я сама беседка, пенсионерка, 66 лет. Вам санитарочки по уходу за детьми нужны? Потребны? Да. Куда звертатись? А? В отдел кадров. Обращайтесь в больницу, но обязательным условием является наличие вакцины, вакцинации. Ой, а у меня нет вакцинации, я не делаю. Ну, если вы не делаете, тогда вы не сможете работать в ковидном отделении, где очень большая концентрация вируса, вы можете быть подвержены инфицированию, и это очень будет опасно для вашей жизни. А еще можно вам сказать, если я вообще не знаю, кто у меня врач, и я вообще никогда в жизни, сколько вот 50 лет у меня есть, ну, допустим, сейчас я заберем 50 лет, я никогда не болела ничем, ни простудой, ничем. И что делать тогда мне? Ну, я думаю, что вам просто нужно познакомиться, выбрать любого симпатичного семейного врача, который будет вашим надежным другом и соратником, и советчиком в ваших любых вопросах. Понятно, что мы все с возрастом не молодеем. Какие-то будут вопросы возникать в вашей жизни, а вам помогут. Я вообще никогда на учете у врачей не стояла. Так тем более вы будете для такого врача семейного вот примером того, что как надо вести какой образ жизни, чтобы быть такой здоровой. Простите, пожалуйста, я антибиотики даже не принимаю. Ну, ви знаєте, мені дуже приємно насправді це чути. Ну, я як людина молода, молодша за вас, скажу, що навіть я трішечки по-білому заздрю такому міцному здоров'ю і розумію, чому ви зателефонували з питанням щодо роботи. Залишайтеся здоровою надалі. Дуже дякуємо, що ви дивитесь сьомий телеканал, що телефонуєте і берете участь у наших ефірах. Якщо вас дійсно цікавить робота, ви можете звернутися до відділу кадрів 3-ї клінічної дитячої лікарні. Там вам все пояснять, але, як ви вже могли почути, одним з головних є момент наявності вакцинації. Ну і дійсно поділяю думку Олени Миколаївни щодо того, що навіть якщо міцне здоров'я, але все ж таки варто мати певний контакт і мати свого сімейного лікаря, до якого можна в будь-який момент звернутися за фаховою думкою. Це важливо. Так, а давайте повернемося ще трішки, в нас залишається часу. Хочу все ж таки повернутися до дітей і до перебігу ковідної інфекції саме у дитячому віці. Скажіть, будь ласка, я наскільки розумію, що, на жаль, зараз з появою штаму Дельта ми бачимо, що і у дітей може бути досить важкий перебіг хвороби, навіть коли знадобляється кисень. Так. Да. Как я уже сказала, что таких детей в контингенте от 10 лет становится все больше и больше. Очень тяжело протекает это заболевание у этой категории детей. У многих, я не могу сказать у всех, но у многих. И с такой ситуацией мы раньше не сталкивались, вот первые две волны. Также тяжело протекает ковидная инфекция у детей до года. То есть особенности тоже детей – это склонность к быстрому отеку, слизистой, любая инфицированность вызывает отек, обструкцию, обтурацию. Эти дети тоже очень тяжело переносят. И мы к ним всегда пристально относимся с большим вниманием. Они требуют тоже кислородной поддержки очень часто. А что касается детей вот, как раз старшего возраста, старше 10 лет, даже больше старше 12 лет, они, заболевание протекает тяжело у детей, и для нас это тоже
Удивительно, что абсолютно здоровых. У детей, у которых нет ожирения, у детей, у которых нет никаких хронических заболеваний. И, как я уже говорила, группа риска – дети с сахарным диабетом, с ожирением, с неврологическими заболеваниями, особенно с ДЦП, с нарушением каких-то двигательных функций. Заболевание протекает крайне тяжело. Многие из этих детей требуют вмешательств и инвазивной вентиляции, неинвазивной вентиляции. Вот. А дети абсолютно здоровы. У нас уже много случаев, когда тяжесть состояния обусловлена, вроде болеет там четвертые сутки с выраженной дыхательной недостаточностью. И мы таким детям используем не просто кислородную там оксигенацию даем через маску, мы используем еще более современные методы высокопоточной оксигенации, которая позволяет нам стабилизировать состояние, ну, наряду с теми протокольными препаратами, которые мы используем для лечения тяжелых детей. Ну, хочу еще тоже сказать о том, что сегодня это тоже не редкость, и невзирая на то, что вот Одесса не самый большой город на Украине, да, и вот у нас несколько было примеров мультисистемного, педиатрического мультисистемного поражения органов у детей. Раньше этот синдром назывался подобный синдром, ну как бы сейчас подобный синдром Кавасаки. Это тяжелейший синдром с полиорганным поражением, вот, с повреждением крупных сосудов сердца. С высокой синдром Кавасаки всегда протекал с высоченной летальностью, очень часто требовалось хирургическое вмешательство. У нас тоже были два случая у абсолютно здоровых детей, прежде не иммунокомпрометирующих, но дети все остались живы, они долго находились в больнице, они долго требовали очень серьезного лечения, и потом еще после выписки требовали серьезного лечения. И обращаем внимание родителей на то, я уже говорила на эфирах в других студиях о том, что надо обращать внимание на детей, которые перенесли ковидную инфекцию. Постковидный синдром, он имеет место не только у взрослых, он имеет место и у детей. Это не просто усталость, это не просто это какая-то суставной синдром. Очень грозный синдром, это как раз вот этот мультисистемный воспалительный полиорганный синдром педиатрический, который может вызвать поражение сосудов сердца. Он начинается спустя 2-4, иногда бывает 6 недель. После ковида, после пневмонии. Иногда даже бывает после нетяжелого течения ковида, средне-тяжелого, появляется у ребенка внезапно высокая температура, которая может держаться 6, 9, 10 дней. И могут появляться высыпания, могут появляться там нарушения дыхания опять, и дети поступают как бы с повторной вирусной инфекцией, с симптомами, и потом приходится нам дифференцировать, но зная анамнез, что предшествовало все-таки несколько недель назад ковид, мы прежде всего исключаем этот тяжелый недуг. Но об этом тоже надо помнить. На сегодняшний день имеет место. Очень много было статей написано. Ну, впервые там в Англии были эти синдромы у детей, зарегистрированные в Америке. Вот последнее время в связи с новой волной Дельта, в связи с тем, что дети стали больше болеть, такие симптомы были зарегистрированы, много таких синдромов у детей в Израиле. Поэтому там по этому поводу было множество дискуссий. Но, в общем-то, суть остается одной и той же. Это синдром, опасный для жизни, он протекает очень тяжело, поэтому о нем нужно помнить и своевременно обращаться к врачу. Я к тому, что после выписки из стационара надо иметь связь с семейным врачом, который должен курировать, который вообще семейный врач – это фактически адвокат каждого пациента, который должен помогать и реабилитироваться после перенесенного заболевания и подсказать правильные шаги в дальнейшем. И при изменении состояния он должен быть первым, кто должен посоветовать, что нужно обратиться к врачу. Обмаль нас часу, але в мене є питання до вас ще, і вони важливі, тож маю їх поставити. Ну, по-перше, дивіться, ми знаємо, багато хто з медиків скаржився на те, що дорослі одесити, так, вони затягують щодо звернення до лікаря, і часто, на жаль, потрапляють до стаціонарів вже у важкому стані. Яких помилок допускаються батьки дітей в Одесі? А з чим ви стикаєтесь? Чого точно не варто робити?
Я как раз не хочу сказать о тех помылках, которые допускают. Я хочу предостеречь о том, что у нас, наоборот, имеет место, когда первый день у ребенка температура, вызывается скорая, и ребенка привозят в больницу. И я не считаю, что это абсолютно правильно. Есть четкие показания для госпитализации. Эти показания, они обусловлены многими факторами. Больница — это не то место, где должен находиться практически здоровый ребенок или ребенок, у которого впервые появилась температура. Поэтому родители иногда в панике и от самого слова, что это может быть коронавирусная инфекция, они боятся, им кажется, что они сразу должны поступить в больницу. Я хочу просто попросить и сказать о том, что не нужно в первые сутки заболевания вызывать скорую помощь, если температура не критичная, не 39, если нет там судорожной активности у ребенка или были фибрильные судороги, если ребенок не до года. То есть все, что касается детей до года, это отдельная история, это абсолютно показано вызов скорой помощи в любое время дня и суток, и это абсолютно правильно, потому что родители не всегда могут увидеть те симптомы, опасные для жизни ребенка. Поэтому тут вопросов даже нет. А касается старших детей, вот все-таки нужно будет позвонить семейному врачу, как я уже говорила, да, ну, выполнить те рекомендации, которые семейный врач расскажет. И тогда, когда вы не можете справиться и купировать температуру или те симптомы, значит, тогда уже обращаться в больницу. Но на сегодняшний день больница – это то учреждение, где оказывается помощь средне-тяжелым и тяжелым детям. Поэтому показания для этого должна быть. Понятно, что высокая температура, дыхательная недостаточность, там, выраженная интоксикация, температура в течение нескольких дней. Какие вот погрешности родителей? Вы знаете, это зависит от многих родителей и даже без ковида. Некоторые родители в первые дни заболевания обращаются к врачу, а некоторые тогда, когда ребенок в тяжелейшем состоянии, пока не приезжает там служба по делам детей, и то, или соседи не звонят в скорую, говорят, что ребенок там не выходит или там кашляет, или там задыхается, или соседи. Вот поэтому родители разные. Но чаще всего к нам попадают родители, которые любят своих детей, заботятся о них. И, как правило, болезнь, вы понимаете, она настолько разная у каждого ребенка и вообще у каждого человека, что невозможно сказать четкие там границы, что вот как только появится кашель, вот нам надо госпитализироваться. Бывает такая ситуация, когда все выполняется согласно протоколам. Сегодня разработаны протоколы. Протоколы разработаны. Последний протокол, унифицированный по лечению коронавирусной инфекции, был 20 сентября. Он там был с дополнениями. Там четко прописано, на догоспитальном этапе, что должен делать врач, какие исследования, что конкретно. Все поэтапно расписано. Причем в этом протоколе использован мировой опыт. На сегодняшний день использовали и расписаны все те препараты, которые в разных странах, они оказывали эффект. И поэтому они сегодня у нас используются. И мы имеем право, слава Богу, их использовать. И получить от этого результат. Но, опять-таки, каждый человек — это космос. Понимаете, одному назначается противовирусный препарат фавипиравир в начале заболевания, и он останавливает инфекцию, либо ослабляет ее течение. Другой получает этот же препарат. Абсолютно может быть другая всасываемость у этого человека, этого препарата. И, может быть, доза не подходить, и прогрессирует процесс. И вроде все было выполнено согласно протоколу, а, к сожалению, результат очень серьезный, да, и прогрессирует процесс, и следующий этап, новые препараты, которые используют для того, чтобы остановить размножение, репликацию вируса. Ну, в общем-то, как я уже говорила, индивидуальный подход. Олена Миколаївна, як убезпечити дітей від захворювання на COVID-19? Це ті ж самі правила, які знаємо вже ми, третій майже рік. Це дистанція, це миття рук, це вакцинація, це масковий режим. Чи от для діточок є ще якісь поради? Вы понимаете, как, кроме того, что вирус контагиозный, есть еще состояние иммунного статуса ребенка. То есть если есть иммунитет ослаблен, а это переохлаждение, это неправильное питание, это какие-то нарушения, хронические заболевания, которые вот, не лечатся, тогда это факторы, которые могут снижать иммунитет, они будут способствовать при встрече с этим вирусом, вероятно, заболеть такого ребенка будет больше. Мы говорили о том, что вакцинация детей сегодня касается только с дискредитированной группы, которая имеет хронические заболевания и по желанию родителей, но старше 14 лет.
лет. Поэтому говорить о такой массовой вакцинации пока сейчас речь не идет. Но все те мероприятия, которых вы перечислили, это правильное питание, это прогулки на воздухе, это много гулять на воздухе, не зирая на погоду, это не сидеть возле компьютеров, потому что понятно, что это тоже перенапряжение, это тоже снижает иммунитет, это тоже воздействие магнитных волн и других электромагнитных волн на иммунную систему человека, когда ребенок, а наши дети много сидят возле гаджетов, множество используют, поэтому воздух, здоровое питание, вакцинация родителей и окружение, которое минимализирует риски для детей. И на данный момент, конечно, я считаю, что для школьников это важны карантинные мероприятия. То есть они важны. Это придумано не нами, это мудро придумано еще в давние времена, когда таким образом ликвидировались многие заболевания, изолировались. А я убрала эту идиотскую подводку. Мне сложно говорить, варто ли вот раньше было отпустить. Дело в том, что у нас больных до начала сентября было 5-6. Больных во всех больницах было очень мало. И, по сути, к нам коронавирусный вот дельта-штамм зашел в конце июля, и, по сути, открыли границы, люди стали активно передвигаться, стала такая миграция. Это тоже, наверное, послужило тому, что вот сейчас вот похолодало, и этот дельта-штамм просто стал активно продвигаться по территории нашей Украины. Просто занос этого штамма произошел вот в конце, ну, в середине, практически в конце лета. Поэтому вот как раз по срокам произошло. Воно співпало з початком навчального року, ну і дійсно... Понятно, что мы говорили о том, что дети и контингент детей вот как раз вот маленькие, которые все-таки легче переносят это заболевание, это правда, вот они являются, ну, были переносчиками, они приносили, могли принести в семью эту инфекцию. Сами могли ходить с насморком, незначительными там клиническими проявлениями, хотя это не касается не всех. Но сегодня учителя вакцинированы практически на 80 чем-то процентов, понимаете? Сегодня дети больше для учителей представляют опасность или представляли. Но учитывая то, что сейчас дети болеют и достаточно больше, чем в сравнительном, ну, предыдущих сезонах, то, конечно же, это мудрое и правильное решение сейчас вот уйти на каникулы и раньше начать каникулы и там... І, може бути, продовжити ще дистанційне навчання. Добігає кінця час нашого ефіру. Останнє в мене таке тривожне питання, але все ж таки його поставлю. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, в нас відсутня дитяча смертність через ковід? Дитяча смертність через ковід в країні є. И она зафиксирована и в разных регионах Украины. И часто СМИ о ней говорили. Вот, к счастью, у нас за 2 года мы спасли всех детей. То я вам бажаю, аби ця статистика не змінювалася до самої нашої перемоги над COVID-19. Спасибо. Дай Бог. Дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, у нас в гостях була Олена Артемова, директорка дитячої міської клінічної лікарні номер 3. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Він добіг кінця, але триває прямий ефір 7-го телеканалу. Залишайтеся з нами.